Осень в нынешнем году затянулась, многие уже соскучились по зиме и снегу. И вот сегодня видновчане смогли увидеть первый снегопад, а коммунальные службы вывели на дороге снегоуборочную технику. Мы, я имею в виду благоустройство, готовы к зимнему периоду работы. У нас достаточное количество уборочной техники и средств малой механизации. Кроме того, у нас есть определенный запас противогололедный материал. У нас сейчас есть небольшой некомплект личного состава. Приглашаем на работу рабочих по благоустройству, дворников, подсобных рабочих, машинистов. Обращаться в отдел кадров МБУ Дорсервис. Конечно, на ближайшие дни синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла, и снег этот растает. Но, тем не менее, коммунальщики уже вывели технику для нанесения реагентов на поверхность дорог города и округа. Заготовлена пескосеменная смесь, реагенты закуплены, чистая соль. То есть пескосеменная смесь, мы ей обрабатываем асфальтовое покрытие автомобильных дорог муниципального значения. Реагентами и солью обрабатываем тротуары, пешеходные зоны и посадочные площадки автобусных остановок. Техника на 90% переоборудована под зимнее содержание. Подразделение «Дорожное хозяйство» обслуживает более 300 километров дорог муниципалитета, порядка 60 километров тротуаров, 110 остановочных пунктов. И если техники хватает, то рабочие руки очень нужны. В этом подразделении также открыто 10 вакансий дорожных рабочих, водителей и трактористов.